Так, добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня проиграли команда Депортива. В чем причина? Тяжелая игра или трудный соперник? Да не то, не то. Я думаю, причина в том, что нет мотивации после победы, как в Лиге Чемпионов, когда ты достиг пика. Уже, если честно, мотивация уже сложнее мотивироваться на что-то выше еще. Поэтому играем. Депортиво очень хороший соперник. Спасибо большое за игру. Все порядочные ребята. То есть никто, ну, ребята молодцы. Спасибо им за игру. Ну, с Депортиво-то ладно, я понимаю, вы с ними встречались еще в прошлом году. Но сейчас добавились и новые команды, и вроде бы внешне, как бы вообще сам чемпионат стал. Ну, немножко по-другому как-то смотреться. Ну, посмотрим. И если в прошлом году чемпионат, Лигу Чемпионов выиграла команда, не проведя ни одной тренировки, то я думаю, посмотрим, насколько сильнее стал в этом году. Ну, я думаю, да. Ну, по-моему, борьба обострилась, за, тем более за первые места, за пятерку. Ну, я же говорю, все равно стало морально тяжелее настраиваться, чем раньше. Да, то есть, То есть, если раньше был настрой, то сейчас тяжелее было настроиться. Ну, да, еще и как бы первый тайм был непонятный, полудождь, вода везде, то есть мячик застреет, ускользает. Ну, это чуть-чуть не тот матч. Я думаю, на сухом поле сыграли бы по-другому. Ну, опять же, 1-0. Ну, это все равно, это футбол, все в равных условиях. Да, абсолютно, Китай, абсолютно. Спасибо, Декора. И вам спасибо. Желаю, чтобы победили. Спасибо.